я себя со стороны вижу очень ужасным таким уродом, который что-то там орет. А называется это харизма, я не знаю. В юности этот человек мечтал профессионально заниматься футболом. Однако какие-то высшие силы переиграли мажорный сценарий бытия. Он стал не вторым Пеле, а будто бы осязаемым воплощением легендарного Павки Корчагина. Хотя стадионы, правда, не болельщиков, а поклонников, музыкант Александр Чернецкий, вопреки физическим препонам, собирает регулярно. Детство флагмана русского рока мало отличалось от аналогичного периода в жизни ровесников. Образцовая семья Пожарного растила примерного пионера. Саша посещал спортивную школу, увлекался фотографией, чуть ли не ежедневно отщелкивал несколько пленок «Зенитом», попутно успевая сочинять патриотические песни. Смею предположить, что разлагать идеального жителя СССР начали западные агенты из группы «Битлз». Проникшись творчеством ливерпульской четверки, Чернецкий организовал вия подобного жанра. Бурную деятельность в ансамбле он совмещал с должностью диджея молодежной дискотеки. Танцевальные ритмы запускал в колонке с примитивного катушечного магнитофона. Глобальный переворот в сознании Александра произошел после знакомства с несколькими пластинками Высоцкого. Под влиянием Владимира Семеновича в эйфории перестройки Чернецкий практически полностью погрузился в социальную тематику, точнее в антисоветскую пропаганду посредством стихотворений и мелодий. Официально в неблагонадежные элементы революционера от музыки Сашу Че зачислили после публичного исполнения гимна против войны в Афганистане. С отцом смельчака, выразившего гражданскую позицию, провели беседу товарищи из спецслужб. От советского информбюро. К концерту «Рок против наркотиков» наша альтернатива «Рок за Сахарак». Однако жесткий контроль над Александром и сообщниками установлен не был. Кстати, об отдельных собратьях по духу. В команде, которая на тот момент именовалась «Рок-фронт», а сейчас называется «Разные люди», начинали делать карьеру два Сергея – Щелкановцев, он же Сэр, и Чиграков, более известный как Чиж. Знакомство Чернецкого с будущей женой произошло в поезде. Инна, тогда заводная девочка с сине-зелеными волосами и в рваной джинсе, будучи активной поклонницей рок-фронта, проследовала по пятам за любимцами на выездной концерт. К тому времени здоровье Чернецкого сломал страшный недуг – болезнь Бехтерева, превратившая крепко сложенного парня в с трудом передвигающегося инвалида первой группы. Несколько лет Инна сопровождала Сашу во всех поездках. Свадьбу решили сыграть, когда из-за отсутствия штампа в паспорте Чернецкого отказались селить в один номер вместе с женщиной, по сути, являющейся его ангелом-хранителем. В начале 90-х наш во всех смыслах герой был прикован к постели. Пока родственники пытались собрать огромную сумму для проведения операции по имплантации тазобедренных суставов, Саша одна за другой придумывал оптимистические песни от безысходности. Альбом «Мазохизм» не был бы увековечен на пленке, не окажись в Харькове московские устроители некого фестиваля. Да не одни, а с полным боекомплектом звукозаписывающей аппаратуры. Именно они подогнали с утра передвижную студию под окна дома 13Б по улице Блюхера. И открыли окна, зашли люди с рациями, посмотрели, что у меня. Ну, лежит лежачий больной. Над кроватью Чернецкого подвесили микрофон, подключили шестиструнку Чигракова. И понеслось. Впоследствии эта запись обрела культовый статус. А вот Чиж вскоре в среде приближенных к разным людям получил клеймо предателя. Потому как, почувствовав, что здоровье фронтмена будет заметно тормозить развитие коллектива, Серж собрал чемоданы и уехал в Петербург. Не секрет, что там бывший житель заштатного городка Дзержинска и выкормыш харьковской рок-тусовки быстро выбился в авторитеты. Делами покинутых товарищей он особо не интересовался. А ведь никакой особой помощи от него не просили, просто сказать где-то пару слов. Чем-то, ведь мы же сидели в полном дерьме, просто потому что это была некая такая несправедливость за то, как мы его здесь принимали и как, что для него город Харьков. Но я же говорю, человек слаб, и он, видимо, оказался против славы слишком слабым человеком. И он это, собственно, и признает, но...
Сегодня все обиды позади. Радует, что Саша и компания наконец-то смогли избавиться от Чеграковского шлейфа. Ведь в начале второго пришествия разных людей бытовала шутка. Не знаем, кто этот вокалист, но на гитаре у него сам Чиж. Новая страница в летописи разных людей датируется 2000 годом и связана со сменой места дислокации. Теперь Чернецкий с женой и 8-летней дочерью обитают в культурной столице России. Обновленный состав группы – сплошные звезды, приложившие руки и прочие части тела к становлению ДДТ, Аукциона и Наутилуса. К сожалению, выпуск качественных альбомов на уважаемых лейблах и заслуженное массовое признание по-прежнему перманентно перемежается с лечением Саши в больничных палатах. Я играл сидя с жутчайшими болями, мне Инна делала уколы какие-то, потому что операцию, которую мне планировали, ее оттягивали в течение полугода. Но несмотря ни на что, Чернецкий по его собственному определению находит силы отбрасывать костыли и заниматься коллективом «Разные люди». Удается ему это благодаря старому бетловскому принципу «С маленькой помощью моих друзей». Я набираю. Один, один. И напиваю литхом from my friends, мой любимый мати. У каждой группы своя судьба. Ведь не секрет, что были, наверное, группы гениальнее, чем Битлз или Led Zeppelin, но им повезло меньше с тем или иным случаем в жизни. Ну, рок-н-ролл – это же не профессия, так как это, наверное, образ жизни – это одно, а это уже бизнес, в принципе. Я, может быть, мечтал всю жизнь о такой группе, но это случилось сейчас. А почему я должен себе отказывать в удовольствии? Следуя той же логике, было решено никогда не наказывать участников команды рублем за дисциплинарные проступки, а также ни в коем случае не вводить сухой закон. Иногда последний пункт из сводки правил отрицательно сказывается на имидже. Музыканты начинают непростительно много откровенничать. Что же касается уровня выступлений, профессионалы могут хорошо играть в любом состоянии. Фактически концертом в городе Харькове около 5 лет ждали, но никто не приглашал. А когда это случилось, то Шавинников вышел посреди концерта и сказал: «Мы здесь дома, и мы понимаем, что, наверное, нам уже играть не надо, потому что вы все знаете». Рок-н-ролл – это такая вещь, которая, ну, вот, как зараза, она сидит внутри человека, он заражен этим, а может он заниматься чем угодно, то есть там продавать пирожки или работать на стройке, но у него в голове все время звучит та музыка, которая помогает ему жить. Ну, это мнение достаточно распространено среди, но не среди наших фанов, скажем так. Потому что они понимают, что в те времена, когда эти песни были придуманы, возможности записать их фактически никакой не было. И осталась такая неудовлетворенность тем, что как бы песни живут, они продолжают жить, и они актуальны в это время, а то, что тогда это не случилось в качественной записи, вина и времени, и объективные причины, и субъективные, и все прочее. Просто осталась неудовлетворенность творческая.
лично моя, которую я попытался реализовать, перезаписав их. Но мы перезаписали не так уж много песен, просто каждая из них аранжирована несколько по-другому. И играют другие люди, и они звучат мне как бы более ближе к тому, что я видел как бы в них, когда сочинял. Так а вот тот самый дух, вы считаете, вам удалось его сохранить? Ну, дух, если, знаешь, вот есть песня, которую поешь, ты на концертах много лет. И почему-то дух не то, что даже не уходит, а иногда он просто приобретает. Ведь когда там сочиняешь песню, ты не знаешь, о чем она. И почему такие там строчки именно эти родились. А может быть, через несколько лет как бы придет осознание того, что в этих словах. Потому что это как бы процесс сочинительства, он нечто химическое. Вот. Какой песня так было? Со многими. Я просто сейчас в анализ не могу вдаваться, потому что поднимать примеры какие-то. Есть вещи там, допустим, пророческие, которые почти у всех бывают. То есть человек написал что-то, а это через некоторое время произошло. А есть просто вещи ассоциативные, которые. Я очень люблю тексты ассоциативные, которые. Как бы поток сознания, который как бы с музыкой и отдельно, без аранжировки, он как бы не абракадабра. Но тем не менее, на каких-то интонационных там и каких-то еще вещах эмоциональных он звучит, даже нечто шаманское там происходит в этой песне. А о чем, почему так происходит, не задумываешься, потому что не знаешь сам. А потом через какое-то время это как ребус решается, и оказывается, что все это было логично, и почему-то вот оно звучит и так. Какая-то песня, ряд песен, которые именно харьковские, то есть вы не могли их сочинить в другом городе, или что-то подтолкнуло именно связанное с Харьковом? Почти все песни харьковские. Даже живя в Санкт-Петербурге, у меня пишутся харьковские песни. И, допустим, песня «Супер Бизон» – это, понятно, что это не только мое детство было, а всей страны, моего поколения, но все ассоциации, которые в каждой строчке, они связаны именно с Харьковом, с тем местом, с тем временем, о котором это написано. Нет. Что такое? Мы стали более рок-н-ролльными. Мы стали? Не знаю, не стали, наверное. Я не понимаю. Нет, я скажу. Невозможно стать вам более рок-н-ролльным или менее. Как бы рок-н-ролл – это такая вещь, которая как зараза. Она сидит внутри человека, он заражен этим, а может он заниматься чем угодно. То есть там продавать пирожки или работать на стройке, но у него в голове все время звучит та музыка, которая помогает ему жить, которая вот она эту серость, эту тяжелую работу, она скрашивает, и он живет с этой музыкой, с этой песней. И не знает, почему она ему помогает. Просто как вы это. Нам песня «Строить и жить» помогает. Но, то есть, если есть рок-н-ролл, он в человеке, может, очень глубоко сидит, а в другом месте, как было, допустим, со мной, раз так уж мы заговорили, рок-н-ролл бил ключом в конце 80-х в Харькове настолько мощным, что по всему Советскому Союзу говорили уже такую фразу, как «Харьковская школа», там, сравнивая там, не сравнивая, а составив один ряд с Питерской и Свердловской. Потом в связи с распадом Союза и прочими экономическими
вот этими преобразованиями, конечно, это все фактически умерло на концертном уровне в городе Харькове и по Украине в принципе. Но в России там, я не знаю, как было, но... Ну так вот об этом вот упадке, скажем так. А мне, кстати, хотелось узнать, почему, как вы считаете, все-таки группа «Разные люди» стала сейчас, когда вы переехали в Питер, все-таки востребована, и почему возникла потребность именно в вашей группе сейчас? Ну, и оказалось бы, уже вот 80-е, вот это уехал, ну... Блин, я тебе скажу, что мы были достаточно востребованы в начале 90-х. Просто, ну, у каждой группы своя судьба. Ведь не секрет, что были, наверное, группы гениальнее, чем Beatles или Led Zeppelin, но им повезло меньше с тем или иным случаем в жизни. Хотя это, конечно, относительно, но я думаю, что... То, что мы тогда делали, это было именно востребовано на том уровне, который он и был, как выше. Но это нужно какой-нибудь, ну, действительно случай. А сейчас, как такая разная группа, разные люди, она уже совсем другая. Вот. Но, тем не менее, и Гордеев, и Чиграков, игравшие в ней, сейчас играют также в ней опять. Ну и питерские музыканты, тот же Васильев, Шавенников и Кадыров, они настолько, тоже не, мне кажется, что настолько, как они реализуются сейчас в «Разных людях», они в тех командах, в которых они играли всю жизнь, ну, свою как бы, по тем или иным причинам они нашли, вот, ну, мне так кажется, что вот нашли вот ту золотую середину, во-первых, между собой, во-первых, в том, что какую музыку мы сейчас играем, которую, собственно, с детства и любили. А вот, судя по поводу вот этой так называемой супергруппы, которую ярлычок уже прицепился к вам, может быть, вполне, в принципе, закономерно. Но, тем не менее, вот последний концерт в Харькове, так называемые представители этой супергруппы, может быть, даже не включая вас, вы не совсем трезвы, позволяли себе на сцене очень много. Это часть, атрибут, так сказать, профессии? Это, ну, рок-н-ролл — это же не профессия, это как, это, наверное... Образ жизни. Образ жизни — это одно, а это уже бизнес, в принципе. Поэтому люди, ну, они совершенно искренние. Они фактически концерта в городе Харькове около 5 лет. Ждали, но никто не приглашал. А когда это случилось, то Шавенников вышел посреди концерта и сказал: мы здесь дома, и мы понимаем, что, наверное, нам уже играть не надо, потому что вы все знаете. То есть это совершенно искренний человек, и вот то, что он говорил, это действительно правда. Эти люди могут играть в любом состоянии, они просто для них был больше праздник, чем для тех людей, которые пришли на этот концерт, потому что, ну, это было, ну, так встали звезды, и я считаю, как всякий что, праздник отметили. Как всякий, да? Праздник, да. Мы просто отметили этот просто праздник. Просто именно этот концерт не являлся для нас ни в коем случае не работой, ни чем-то еще, ни какой-то еще вещью, а просто действительно он слился. Ну, мне так потом уже показалось, что и на сцене праздник, и в зале. Дина, вы тогда проявили такую роль администратора, что ли? Да, ну, мне пришлось проявить, конечно, роль администратора. И все это держать как-то под контролем, ну, не совсем удалось. То есть все равно музыканты отметили праздник. А насколько вообще вот вы себя органично чувствуете в группе, что сейчас группа проходит? Как вообще произошло это вливание? Или опять же, ой, это очень спонтанно на самом... Даже не спонтанно, но это редко происходит. Это вот... Именно в Харькове это... Потому что это в Харькове. Только поэтому. Вообще я редко выхожу на сцену. А произошло... Как произошло? Как это произошло, Саш?
Что? Как я вышла на сцену? Вообще предназначили да... принимать участие в записи альбома? Ну, дело в том, что сама... Это слово дурацкое какое-нибудь придумать. Суть проекта «Разные люди» состоит в том, что вот, и, ну, это именно с 2000 года, как я живу в Питере, и будучи на гастролях в Америке, люди, которые тот же Жека Кошмар, я бы сказал: Женя, хочешь с нами играть? Вот. Аккордеон бери. И он сыграл с нами все концерты, которые там были. И как бы само квинтэссенция, вот, сама фишка группы, вот, это то, что творить хэппенинг на сцене для себя, потому что каждый концерт совершенно разный. Мы не играем не то, что даже одинаковая программа, а каждую вещь мы практически не играем одинаково вот уже в течение практически 5 лет, как мы играем в этом составе. И это ну, только потому, что все любят импровизировать, и все каждый концерт – это каждое состояние того или иного человека. И людям, которые приходят на концерт, им интереснее, опять же, слушать не отрепетированный. Ну, я так... Ну, и, собственно, и репетировать мы особо не репетировали, потому что негде было. Вот. Поэтому, когда мы писали 911, там была песня автобиографичная, и я предложил Морозову, нашему режиссеру, попробовать, чтобы спела Инна там какой-то кусочек. Но так как она никогда не пела в студии, не знала, как это дается, мы попробовали, но вот, вроде бы получилось и понравилось. А насколько, это уже судить людям, которые слушают, ну, со стороны. Ну, я же говорю, мы не зарубаемся на том, что так надо или так не надо, как оно происходит. Не вводим сухой закон в группе, не бьем рублем за проступки какие-то дисциплинарные, там, штрафы не вводим. Просто есть несколько принципов, которые я сам их придумал и, наверное, иногда жалею, но... Ну, что делать? Я, может быть, мечтал всю жизнь о такой группе, но это случилось сейчас. А почему я должен себе отказывать в удовольствии, когда знаю этих людей уже хорошо, которые со мной играют. И они знают, что если речь идет о том, что в группе сделать можно все, что угодно, ну, не подводить группу, да, и так далее. То есть люди уже просто, они делают, насколько им совесть позволяет. Кстати, Саша, вот, Инна тоже может сказать свое мнение со стороны. А у вас были такие моменты, вот, действительно, слабости, когда хотелось просто все бросить, сказать все. То есть, сил не хватало, и как удавалось все-таки справляться с собой, и где вы находили эту силу воли? Ну, Лен, я тебе скажу, единственные такие моменты, конечно же, были, но связаны не чисто с физическим недугом. Как-то фактически весь 2002 год я те концерты, немногие, которые мы играли, мне приходилось играть без одной как бы работающей ноги. Я играл сидя с жутчайшими болями, мне Инна делала уколы какие-то, потому что операцию, которую мне планировали, ее оттягивали в течение полугода. А у нас выходила пластинка, нам нужны были какие-то концерты, презентации, эфиры. И эта слабость, я помню концерты, которые, особенно в Израиле, когда последний концерт я фактически потерял сознание в конце программы. Я понимаю, что я это все придумал, мне отступать, ну, я не могу. Насколько я продержусь, настолько, значит, не продержусь, пока мои аккумуляторы еще не сильны. Ну а кого вы вот такие моменты, чтобы себя поддержать, вспоминаете? Ту же Инну, например, дочку, или все-таки публику? Знаешь, не знаю. Ну, наверное, Господа Бога, если он есть. Ну, то, что жена и дочка – это такой
как бы жизненный фундамент, который просто поддерживает морально и эмоционально и так далее. То есть, ну, в таких случаях, я не знаю, это очень экстремальные случаи. Вспоминаешь все, что угодно. А вот эта легендарная запись, как якобы когда закидывали куда-то кабель на балкон, вот, это было сделано с подачи ваших друзей, то есть они вас попросили настолько, опять же, собрать последние силы и сделать эту запись, или это было ваше желание? Всегда было интересно. Да нет, конечно, никакого моего желания. Да, это случайность, которая, наверное, должна считаться закономерностью, потому что это было очень давно, в 90-м году я после неудачной операции пролежал дома 9 месяцев, не вставая с постели. Вот, жена ухаживала, мы только поженились, она уходила на работу. То есть родители, брат в армии был, короче, ухаживала за мной, как за лежачим. Естественно, я начал писать почему-то какие-то жизнеутверждающие песни от безысходности. И с Чижом, ну, Чиж приходил ко мне почти каждый день, мы репетировали эту программу. Там были вот эти песни «Жизнь», «Ангел», «Пришел с войны» и так далее. И просто, потому что, ну, как-то от боли отвлечься хотелось, мы репетировали эти песни, там, месяц-два, может быть, чтобы их записать на магнитофон. Запись особо не получилась, а как бы в это время, в конце года, был фестиваль в Харькове «Чёртово колесо», приехали москвичи, и очень более, по-моему, 20 групп из всего Советского Союза. А фестиваль был где-то, я уже не помню, то ли в Хемзе, то ли... Ну, короче, я на нем не присутствовал, естественно, но ребята, которые, собственно, «Чёртово колесо», это... Этот проект, они участвовали в записи, то есть сделали, дали нам возможность записать альбом «Дезертиру любви» год до этих событий в Останкино. И они же с этим трейлером приехали на этот фестиваль. Они просто, как закончился фестиваль, им кто-то из пацанов сказал, что вот Саня написал там песен кучу, пытался записать, и это самое. Ничего особо не получилось, они сказали, ну вот же у нас же студия, мы же приехали с ней. И не приехали, это было 10 декабря 90-го года. Подогнали с утра передвижную студию под окна дома 13Б по улице Блюхера. И открыли окна, зашли люди с рациями, посмотрели, что у меня. Ну, лежит лежачий больной, да, парни из группы. Ну вот Паша Чиж, Леха Сечкин. Кошмар потом подошел. Ну, в общем, они посмотрели так, так и так. Поставили 5 микрофонов через магнитофон Юпитер. Подключили бас-гитару, гитару Чижа, там, перкуссию. Мне тоже повесили какой-то микрофон там. И все, забросили кабель, пошли в ЖЭК. Эти самые сантехники или как они, слесаря? Электрики. Электрики очень удивились. Это самое, дать им щит, чтобы подключить кабель, это, запустить машину. Ну, подключили, дали ток. И все. И это очень быстро. Мы почти все записали без дублей. Вот, собственно, и вся история этого. Потом через много лет вышла пластинка CD под названием «Мазохизм». Ну, как бы является нашей. Да, ну там песня была. Я знаю, что здесь будет только хуже, но я схожу с ума от мазохизма, уходя босиком в кровавую стужу бездонной зимы тоталитаризма. То есть это все равно о русской душе, о русской стране, о том, что, собственно, название «Мазохизм» как бы, по этой песне. Ну и состояние души тоже. Понятно. Вот, кстати, как вы относитесь к тому, чем занимаются сейчас ваши бывшие коллеги по группе, по-моему, абсолютно отдаленная от рок-н-ролла деятельность, ну, кроме Сечкина, который, тем не менее, поп-рок?
Ну, как бы нам, ну, не знаю. Хорошо, говорить, хорошо, мы относимся хорошо. Ну, во-первых, то есть это личное дело каждого. То есть, это личное дело. Мы так лично к ним относимся хорошо, а чем занимается человек? Ну, нас задолбали фаны, которые на каждом втором концерте просят спеть песню про слонов Пашину. Или на радиостанциях, причем во всех местах, за рубежом спрашивают, ну что же, как поживает Паша Михаленко, Клим, там, Леха Сечкин. Мы говорим, ну они, все, у них все хорошо, просто ну, мы реже видимся и подробно рассказать не можем. Вот. Ну а люди до сих пор помнят, и когда я говорю об этом Павлику, он мне не верит. Почему-то думает, что мы все придумали. Ну, это его дело. Так они, эти люди, они отвлеклись от рок-н-ролла, на ваш взгляд? Или они просто в какой-то другой форме теперь? Ну, мы же с тобой говорили уже, что отречься от этого нельзя, потому что ты уже являешься источником этой заразы уже в принципе. Если ты независимо от того... Леша же работал, Леша не занимался же музыкой долгое время. Но тем не менее, вот а сейчас же играет. И у нас он играл две песни, мы были в Киеве, после концерта в Харькове мы были в Киеве. У нас Леша пришел на концерт и сыграл две песни или три. Ну да. Сыграл две песни, познакомился со своими музыкантами, подарили диск. То есть и сейчас я знаю, что он полностью занимается только музыкой. Ну, а Паша... Клим занимается тоже музыкой, то есть в студии звукооператором, но музыкой тоже. Вот с Лешей, я знаю, они тоже сотрудничают. А ну, Паша тоже, опять же, ну, Клим же играл, близок к музыке. В нескольких группах. А Паша нам вообще сказал, что он нашел музыкантов. Да. Это секрет. Секрет. Но это будет сюрприз для города Харькова и не только, наверное, когда Паша запишет свой альбом. Вот. Поэтому, ну, вопрос это к Михайленко, наверное, и Клименко, и Сечкину. Мы-то пытаемся следить за... Ну, как следить? Понятно, что я их звал, когда уезжал, они остались здесь, и я их ждал несколько месяцев, и как бы понятно, что происходит в жизни во всем, что-то когда-то начинается, когда-то заканчивается. И в этом ничего плохого нет, просто начинается какой-то другой этап и жизни. И у каждого человека это свои этапы. Вот. Ну, я хотела узнать по поводу заполучия Кирилла Грабкова, которая, по-моему, наконец-то выйдет, удалось избавиться. Изначально о вас упоминали, исключительно, когда Грабкова... полностью к новую компанию. Сейчас справедливость установлена, скажем так, да? Ну, во-первых, никогда не считали, что мы лично никогда не считали, ну, я вот со своей стороны, да, что мы там какое-то отношение, то есть у чужа, и мы всегда это пытались объяснить людям, которые там заблуждались, да, что у него своя группа, там он играет, здесь он играет как гитарист. Только гитарист. А бывали на афишах, где Чиша Чернецкий очень настойчиво, у нас все писали, если концерт, все писали Чиша Чернецкий, откреститься было невозможно. То есть, причем мы следили, начали следить даже за этим, были моменты. Вот. А так, ну, помогал записывать и помогает записывать альбом. Вот сейчас вышел, буквально в мае вышел последний альбом группы «Разные люди. Акустика», где больше, ну, очень много сыграл Чиграков. На многих инструментах. Была вот эта обида на него, чтобы этот отъезд спикера, а потом все-таки какое-то применение? Не, ну а как ты думаешь? Было. Все было. Он сам это потом признал. И, ну, понятно, что человек слаб. И когда... ведь никакой особой помощи от него не просили. Просто сказать где-то пару слов. Чем-то... ведь мы же сидели в полном дерьме. Просто потому что... Это была некая такая несправедливость за то, как мы его здесь принимали и как, что для него город Харьков. Но я же говорю, человек слаб, и он, видимо, оказался против славы слишком слабым человеком. И он это, собственно, и признает, но сейчас годы прошли, то, что он делает с нами, то есть это, по-моему,
давным-давно купила. Уже давно все эти обиды. Да, да, уже все давно прошло. Ой. То есть вот дружба такая вот рок-н-ролльная. Победила. Она вообще вот до сих пор такая, да, самая крепкая. Да, да, да. Конечно. Дружба победила в итоге. Я помню, что вы рассказывали довольно-таки тоже просто драматическую историю, как ваши родители были против того, чтобы вы поженились и так далее. Ну, было, конечно, да, было. Вообще, как относятся, Саша, ваши родители к вашему творчеству, эти тоже песни? Мать, наверное, что я песен не пел, но насколько это... Ну, это же были те времена, когда... Ну, и к моим родителям приходили следователи, и они не понимали, почему. То есть я когда-то в 17 лет спел на вступительных экзаменах в городе Полтава антиафганскую песню при очень большом стечении людей. Понятно, что они очень испугались, когда к ним пришли люди из КГБ и начали расспрашивать обо мне. А они обычные люди, ну, то есть... Настоящие советские люди, они не понимали, они понимали, чем это может закончиться для меня и для вообще семьи, может быть. А так, то что... Что еще тогда спрашивал? Ну, интересно, опять же, кем они даже в таком случае вас видели? Чего-чего? Кем видели вас родители в таком случае, в идеале? Какой они хотели, чтобы вы получили диплом, персонажа? Да особо диплом, главное, чтобы это было высшее образование, как раньше это было очень важно. И, собственно, тем особо не настаивали, кем стал бы, тем бы и стал. Но в результате вся моя учеба закончилась тем, что я убегал с работы на куда-нибудь в морзилку или на репетиции, и фонарил, опять же, и учебу, и работу этими поездками на фестивале. Ну, так корочку получили такую версию? Ну да, да, конечно. Ну, ты имеешь в виду, что образование. Ну, у меня два как бы музыкальное, одно по классу гитары, а второе техник. Нет, не училище. На училище я бы точно не. Это 5 лет, но вечерняя школа, да. А так среднетехническая, техник, механик холодильных установок. Специальная. Да. Среднеспециальная. Но я ничего не помню, это точно. Я знаю, что... Ну, я знаю, где протекает фреон и так далее. Ну, какие-то нюансы. А ничего, инвалид первой группы, вот, собственно, и... Нет, ну последний я работал охранником в ХАИ в 88 году, месяца полтора. Ну, потом я уже очень сильно болел, и все. То есть, никаких записей больше и не было. Как вы думаете, что о вас говорят? Кто? Где? Ну, предположим, ваши не друзья, а знакомые. Я думаю, особо невозможно ничего сказать, потому что как таково. Говорят, когда завидуют чему-то, ну, богатству или славе, да? У нас ни того, ни другого нет, поэтому, я думаю, сильно нас коробит кто-то. Раньше жалели очень сильно. Точно знаю. А сейчас... А кто оказал вообще реальную помощь? Какие люди? Из тех, которых, ну, может быть, знают Харьков? Чиграков. Гордеев. А? Это уже потом. Это вот сейчас, да, реальную помощь. Ну, вся помощь заключалась в том, что, опять, это было связано с моими заболеваниями, которые требовали каких-то денег, чтобы как бы это можно было где-то сделать операцию. А помогали люди со всей страны, я даже не знаю, сколько мешок писем
если не больше, от бабушек, от простых. Вот встречаешь людей не только в Харькове, я до сих пор встречаю людей, а в других городах, которые говорят, мы же посылали деньги на операцию, то есть мы как бы все, и это правда. И это удивительно на самом деле, что были такие времена, когда такое происходило в стране. Вот, поэтому я, может быть, и отдаю долг тем, что я играю в любом состоянии для людей и стараюсь так, чтобы наши концерты были доступны людям, у которых нет средств особо. Ну, в общем, по-человечески. Как ко мне относились, так и я. Я вообще не понимаю, честно говоря, что это такое. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я себя со стороны вижу очень ужасным таким уродом, который что-то там орёт. А называется это харизма, я не знаю. Ничего себе. Вы сначала заявляете, что вы не видите никакой славы только что, абсолютно беспочвенно. Теперь еще просто вас только взяла. Ну я себя со стороны не вижу, но я думаю, что это так происходит на самом деле. Понятно. Ну, наверное, заключение тоже. Хотели бы вы увидеть превью ваших пьес? Это модно? В исполнении того? Ну... После смерти нет, с удовольствием. Нет, пока не хотели бы. Пока нет. Да, трибьют это... На самом деле, да, это вот последнее время новоявлен, да, вот это вот веяние такое модное при жизни писать трибьюты. На самом деле... Нет, сначала писали действительно памятные. Это памятные... Трибьют это, в принципе, как бы одна из значений слова память, да, как бы памятные пластинки о людях, которые ушли уже, а потом... начали почему-то делать еще здравствующим, что как бы не очень правильно, как мне кажется. Можно было как-то по-другому назвать. А так, ну это мода, но в принципе, может быть, из-за некое, не знаю, некое вознаграждение, может быть, тем людям, которые не смогли при жизни получить того, что они заслуживали своими песнями. Я хочу просто подвести финальной мысли наш разговор, что ту же пластинку трибьют Сера, который задумали харьковские музыканты, которую я попытаюсь издать на хорошей фирме, чтобы она продавалась везде, и чтобы песни Сера были доступны. И, ну, потому что мне кажется, что он слишком рано ушел, и несправедливо, что если мы сделаем такую памятную пластинку, то она как бы, чтобы она не осталась так незамеченной. Вот поэтому вот. Не, ну это да, это, ну так только из-за творческие разногласия. Я стал писать несколько другие песни, начал писать еще больше, лучше свои песни. Это было очень сложно, и там у нас мы были страшными друзьями, и с того времени, как он в 20-летнем возрасте вернулся из армии,
и попал к нам в группу, и это были такие, остались отношения самые теплые, самые такие честные, искренние на всю жизнь, поэтому там таковых разногласий-то и не было таких. На самом деле, ну да, мы пытались, мы играли все, что смогли придумать. А как это называлось? Я думаю, что и так, и так. Ну вот в акустике мы записали там две джазовые вещи, две там кантри, там рок-н-роллы, там, ну, ну действительно, ну это от фантазии. Насколько фантазии хватало, настолько мы и как бы аранжировали свои вещи. Вот. Ну да. Ну не было. Не было. Знаешь почему? Потому что у нас с родителями был разговор, они попросили, если вы будете вот делать концерты, да, памяти, не делайте его на день смерти, а делайте на день рождения. И они даже вот когда там поминали, у них такая, они ну, не чокаются обычно, они просили, чтобы чокались, потому что, ну, страшно. Мне вот, я же говорю, я задумываюсь иногда, что у меня просто какой-то ужас одолевает то, что вот действительно вот его настолько любили, вот он был душой любой компании, настолько он был искренним, честным и беззащитным по-своему. И вот так нелепо это все случилось, что он умер. Мне просто жутко становится, действительно. Ну вот, я же говорю, таких Лен, вот таких кайфовых людей в жизни просто. Я, наверное, уже никогда не встречу, но это факт. А ты будешь на меня смотреть с любовью, да?
Вот от камеры вам садится. Thank you.